Компания Toyota представила реальный прототип автомобиля будущего – автомобиль Toyota. Этот автомобиль очень напоминает автомобили в фантастическом фильме «Трон». Они управляются совершенно без прикосновения. Когда водителю необходимо повернуть в ту или иную сторону, он просто наклоняет свой корпус в эту сторону. Поэтому управление автомобилем Toyota очень напоминает управление доской для серфинга.